РЖД с 31 июля запускают вечерние рейсы «Ласточек» между Ярославлем и Костромой. Поезда будут ходить по пятницам, выходным и праздничным дням. Из Костромы состав будет выезжать в 8 вечера, в Ярославле он будет прибывать в 21 час 13 минут. В обратном направлении «Ласточка» стоит в расписании в 21 час 36 минут. На место пассажиры приедут без 10-11 вечера. Поезда будут состоять из 5 вагонов. Пассажирам предложат 3 класса обслуживания – эконом, бизнес и базовый. Минимальная стоимость билета – 462 рубля. Кроме того, для различных категорий путешественников действуют специальные тарифные предложения.